Так, начинаем урок. Так, и сегодня нам об иероглифе. Этот иероглиф ваш этот пол. Овыс кривано урайга ой. Восао сыр. Восао это пример. Туда-сюда. И так далее. Следующее это ба, хан. 자신의 한테스르 교방가 요인세 교방가 요인세 это например магазин с хорошими отзывами 교방가 요인세 следующий дан утовару кутовару ру пишется хираганой и переводится как кутовару это не соглашаться или отказываться. Фун, кона, ко. Фун, кона, ко. Переводится как порошок, порошкообразный или порошковый. Еще один слово, например, кумагико, это у нас мука, да. А это у нас нэн, мосу, оэру, поясу. Эру, су, ясу, пиштихагана и переводит как сжигать, поджигать и сжигать. Пишем. Как антигенетику. Пишем пока что. Ну, вижу, Ангелина будет просто слушать. Пока Лукия пишет, пока посидим, да? Окей, ты как раз на каком уровне сейчас? На втором. Окей, пишем. Пока не исключил день.
Я дописала. О, ну что, я продолжу. Нет. Итак. Так, это у нас есть как сам, да, анкету чоуса. Чоуса переводит как, например, ну, как сказать, брать анкету или изучать, или, например, изучать, например, какую-то машину, например. Итак, это у нас кён, сакай, сан, кен, закай, или сизен, канкё. Сизен, канкё – это природа, природный, или природа, ну да. Кецу, канкецу, или кепаку. Кепаку – это белый, например. Что-то белое или белая ткань. Ка, цугосу, цугиру. Гиру, госу, пишется хироганой. Цугосу, цугиру. Цугиру, грека, проходит. Цугосу – это... Цугосу – это проживать или... Ну, или, наверное, быть. Эй, фуэйсэ и гинькоэсэ. Фуэйсэ – это грязное место. Ну, или просто грязное место. Все пишем.
Я дописала, если я подключу сейчас с другого устройства, вы можете меня впустить? Да, конечно. Может, давай, наверное. Ну, я когда придет, что он там чип пишет. Итак, сейчас. Итак. Мария, я не очень поняла, что ты сейчас говорила. Как-то фонит. Итак, я, наверное, думаю, ну, Луки, короче, когда подключишься с другого устройства, только если мы будем молчать, то пишем, окей. Пока объясню. Коу, кокаи, кунега, шукосуру. Шукосуру – это, например, корабль выходит или уходит. И на корабли, используется слова, например, как корабль и так далее. Тей. Подвинь чуть-чуть, пожалуйста, вот этот первый иероглиф не очень виден. Нет, в сторону. Еще. Ага, еще чуть-чуть, еще одну палочку не видно. Еще туда же. Угу. Сейчас вот мы видим... Ой, исчез. Давай еще раз. Еще чуть-чуть. Вот так, ага. Вот, да, так вот. Хорошо видно его. И вот, вот это пишется как «во эки». «Во эки» — это защита, защищается. «И эки» или «и» или «эки». «Коли тосу сой во эки» — это «гай коку но ко эки». Или «я соси си, си» и пишет. Да, Ангелина. Ничего страшного. Это си и пишет хирогана, и ты это переводит как добрый, добрый и удобный. Фузин, фузин, фузин это фукинка, дама и так далее. Фузин, фу это одежда девушек. Пишем.
Я закончила писать. Как санцо. Это воздух. Да. Ну, как воздух. Это, наверное, больше походит на кислород. Да. СО. Да. Это у нас кодо, это действие. А теперь пишем. А, кстати, еще пишем вот это слово кудамоно. Это фрукты по иероглифам. Вот кудамоно, это тоже пишем. А в оранжевой полосочке там не очень видно хорошо. А, вот это. Это не надо писать, это просто. Нет. Ты сказала, где фрукты, вот там, вот это, да, очень мелко. А, вот эти большие надо писать? Да. А ты можешь, вот у нас новенькая участница, объяснить как-то вкратце, как писать? Она была тебе в машине. А в машине как-то сложно писать. Ладно, короче. Просто берешь ручку, бумажку и пишешь. Ну, я там сюда беру, говорю, пишем и пишешь. Всё. Ну, можно вот эти слова тоже надо, вот эти, типа, как переводится. И все, пишем. Или давай.
Вот так. Да, круто. Еще, ну, если ты переживаешь, ты можешь показывать. Но в принципе, не можешь, ты можешь не показывать. Лузя, ты на какой стадии? На последней. Пожалуйста. Я написала, как еще раз будет переводиться последний иероглиф. Этот. Сейчас это. Да, я вот это тоже не понимаю. Говорится как кюдамоно, переводится как фрукт или фрукты. Окей. Окей. А имеется в виду последний, ну... Вот этот? С другой стороны. Нет, с другой или стороны. Вот этот? Да. Сан. У меня нет типа достойного перевода, типа... Он использует в словах, как... Ну, там популярно, это сансо. Сансо — это кислород. Окей. 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 Я думаю, делать перемену 5 минут, просто уже несколько минут прошло. Итак. Это у нас си. Кукурузаси. Кукурузаси. Су пишется гирагана, кукурузаси или кукурузаси. Это у нас как стремиться, стремление. Кин. Угоно. Хэйкинтэн. Хэйкинтэн – это средний балл, средний балл или удовлетворительный балл. Сэки. Коусэкио нокусу. Сэйсэки. Значит, слово «сэйсэки» – это оценки, оценочные. Да, ангелины. Я могу вылететь, у меня мало зарядки. Да, конечно. Да, что ты меня спрашиваешь? Ну, тебя не спрашивай. Давай продолжать. Итак. Кьюшки. Кьюшки – это важное мероприятие. Саи, когда би пишет хирогана, и это называется как еще раз снова пишем.
Окей, ты на каком иероглифе? Пиши. А, давай, пиши. Вот я тоже что-то писала. Хорошо. У меня готово. Хорошо. Еще один листочек и обедальчик. Итак. Просто в словах как выпущу. Пишу это повторять, повторение или повторять материал. Да. Цей. Синтехин берется как новое изобретение или новый продукт и так далее. Кен, суисту, кенса, кенса – это изучать, изучение. Бул, абарелю, прежу пишется хирогана, и это делается как, пытаться вырваться или буянить. Суг, хакару, ру пишется хирогана, и делается как измерять, измерение. Пишем.
Я написала. Так, если у тебя закончила, Ангелина, ты закончила? Нет еще. Хорошо. Теперь все. Хорошо. На этом урок закончен. Всем спасибо, всем до свидания. И урок это повторить, что приходит. До свидания. До свидания.